«Займись спортом, стань первым». Всероссийская акция по пропаганде здорового образа жизни в День защиты детей состоялась в 10 регионах нашей страны. Для юных жителей Омской области на площади у концертного зала был организован большой праздник с конкурсами, веселыми стартами, красочно-развлекательной программой. В интересной игровой форме участники акции познакомились с несколькими видами спорта, поучаствовали в викторине, пообщались с известными спортсменами. В истории России это впервые проводится. Они впервые, так сказать, выбирают этот путь. Я уверен, что они сделают первый шаг. Тем более в Омской области за прошедшие 6 лет построено более 30 крупных спортивных объектов. По 10 крупных площадок мы ежегодно строим. То есть условия есть. Поэтому я думаю, что это начало большой доброй традиции, которая будет развиваться в России, не только в нашей Омской области. Дают тепло и душу, когда ты к ним со всей душой. Я думаю, что они самые благодарные зрители, участники праздничных действий во всем мире. Настоящим подарком для будущих спортсменов и спортсменок стала возможность пообщаться с олимпийскими чемпионами. Первым на площади появился Алексей Тищенко. Кумир тысяч мальчишек Омской области с удовольствием раздавал автографы, общался с ребятами и даже поучаствовал в одном из конкурсов. Для детей очень сильное впечатление визуально, когда они видят каких-то выдающихся спортсменов, которые хорошо выступают и стремятся быть похожими на них. И это очень важно, чтобы они видели их не только по телевизору, но и вживую, смогли пообщаться и, возможно, захотели стать такими же, пошли заниматься и приложили максимум усилий к этому. Следом за Алексеем своим появлением всех присутствующих в восторг привела лучшая гимнастка планеты Евгения Канаева. Люди подходят к ней, она очень добрая и талантливая. Я бы хотела пожелать, чтобы детишки любили и занимались тем, чем им хотелось. Чтобы даже когда тяжело, чтобы они преодолевали свою лень. Праздником вас, дорогие ребята! Уже по-взрослому смотреть на жизнь. Конечно, спорт – это лучшее, что можно пожелать для детей. Мне очень понравился этот праздник, потому что здесь можно увидеть звезд, попросить у них автограф и даже сфотографироваться. А еще мне понравилось то, что мы выступали на этой сцене.